Всем привет! С вами я, Рика и Саша. И сегодня мы будем смотреть дневники и энциклопедия Эквестрии. Начнем с энциклопедии. Посмотрите. Как вы видите, там много страниц. Я вам покажу поближе. Вот. А дальше там вообще интересно, представляете, сколько там вообще страниц понадобится. Тут бабуля Смит. Тут Кристальная империя, Контрвод и так далее. Вы заметите, что к энциклопедии много страниц, так? Да. Посмотрим. Ну, моя книжка это Ever After. Вы знаете мультик Ever After. Мне очень интересно с этой книгой. Посмотрим. Здесь страницы всякие. Подписать можно. Здесь сказано... Эшли, Элла, дочь Золушки. Представляете? Вот эта новая книга у меня появилась прямо на глазах. Посмотрим. Вот, посмотрите, удочки. Сейчас мы будем посмотреть про дневник дружбы. Посмотрите, дневник дружбы. Такая интересная. Вы заметили, что некрасиво поют? А у них ожерелье. Здесь вы заметили белый. Сейчас я вам покажу назад. Заметили, что надо отрезать с помощью ножницами. Да. Вот такая у меня дневник дружбы. А здесь дневник Мах, звёздочка и Махко. Зацените. Это новая. Ну, она старая как раз. Она как раз прям 8 марта это было. А здесь дневник Диппер и Мейбл. Вы знаете, прям Gravity Falls, ваш любимый. Или не любимый, ну, вам разница можно. А здесь там сказано была Биошифах. Да. Да, где будущее, где прошлое, где страшилки, уй, привидения. Зато Диппер Пайнс, Мейбл Пайнс. Вот такие у меня книжонки. Ставьте лайки, кисеньки и подписывайтесь на мой... И просто как, просто так. Подпишите 100 лайков. Сделайте 100 лайков, чтобы мне понравилось. Всем пока-пока.